каждый ребенок мечтает поскорее вырасти и делать все взаправду и по-настоящему. Может быть, поэтому взрослые дяди и тети придумали из обычного конструктора сделать специальный образовательный набор «Лего Дакта». Пластмассовые колесики, провода, моторчик, несколько видов блоков и, пожалуйста, готов сканер. Сделанный детьми, он вполне по-взрослому обрабатывает изображение и вводит его в компьютер. Наши учителя, с которыми мы работаем, и с учениками собирают такие вещи за 3-4 занятия. При этом сначала происходит некоторая теоретическая часть, обсуждение, как что должно происходить. При этом параллельно решаются общие вопросы создания конструкциями управления. Дети, играя и собирая разнообразные модели, изучают такие сложные материи, как основы автоматизированного управления, механизмами и обработка видео-аудиоинформации. Типы количества элементов, из которых состоит Лего Дакта, тщательно отбираются. Таким образом, обеспечивается бесконфликтная игра группы, как минимум из 4 детей. Возрастные рамки, если говорить о школе, то это может быть от 1 класса примерно до 7. Но это все зависит от преподавателя. Преподаватель может задать задачу для более старших, а наоборот, родители могут, так сказать, работать с детьми более младшего возраста. В комплект входит специальный пульт, который позволяет создавать, запоминать и воспроизводить программы управления моделями. Так что не удивляйтесь, если ваш талантливый ребенок соорудит из Лего центр слежения за космическими объектами.